Всем привет! 17 мая. У нас сейчас такой ветер сильный поднялся, дождь собирается. Поэтому вышла в палисадник заснять вот эту красоту. Расцвел пиончик. Здесь еще такие бутоны. Такой он розово-оранжевый, очень красивый. А то думаю, сейчас если дождь пойдет с ветром, все это потрепает, растрепает, дождь забьет, и никакой красоты мы не увидим. И вот такие ирисы расцвели. А у меня есть такие белые, беленькие с желтым, и чисто синенькие или голубые. Такие красивые. Собираемся ехать в питомник растений сейчас. Если получится, я вам сниму. Сниму растения, сниму их цены. Здесь еще пионы уже собираются зацветать. Тут аквилегия цветет. Однажды я ее посеяла, и теперь уже очень много лет она у меня размножается самосевом. Очень неприхотливое растение, в то же время очень красивое. Никакого особого ухода я за ним не осуществляю. Вот само по себе сеется и растет. Здесь синенькие цветочки. Вот такие красивые. Здесь тоже за тучками смарагд. Вот выросли сами по себе. Насеялись. И вот такие красавицы растут. То есть смарагд тоже зазеленели. Обожаю их. Вот эти аквилегии, они даже, знаете, переопыляются, скорее всего, друг с другом, потому что есть даже вот такие розовенькие экземпляры. Хотя изначально сеяла только синие и белые. Но уже появились и розовые, и сиреневатые появились. Здесь розочка. Это Чиппендейл роза. Вот такая огромная, мощная. Разрослась вот таких масштабов. Тоже ее всю болтает, поэтому мы для нее сварили вот такой кустодержатель. Я его покрасила сегодня, нужно будет теперь все это аккуратненько вкопать и подвязать розочку. И клематис начинает расцветать только-только, такой красивый. Здесь внизу такое огромное количество бутонов. Но вот видите, снова ветер. Конечно, наша Кубань славится тем, что ветра ужасные у нас. И зимой, и летом. А летом бывают такие суховеи, просто выжигает все. И вот здесь вот один уже расцвел клематис. Вот такой красавец. Пихточка тоже, видите, начинает уже молодые побеги отрастать у нее. Я, кстати, ее буду стричь, потом покажу. Так что вот такая красота. Еще навела сегодня здесь порядочек. Всю траву прорвала, освободила все растения из цепких лап этих сорняков. Здесь гортензии метельчатые у меня. Вот такие уже красивые, шикарные кусты. Здесь можжевельник скальный. Ох, как же я их люблю. Туечка шаровидная. И покажу еще, какой красивый ирис расцвел. Посмотрите. Какая красота! Он просто шикарен. Вот такие вот ирисы. И здесь у меня растет барбарис. Огромный куст, я его постоянно стригу. Я его сюда пересаживала. Он был вообще огромных размеров, обстригала буквально, что называется, чуть ли не под корень. И вот он все равно отрастает каждый год. Наверное, нет ничего более неприхотливого, чем барбарисы.
как ты его не стриги, как ты его не урезай, он все равно берет свое. Такой красавчик. И вот так это все выглядит. Это гортензия Фантом. Это Ламлайт здесь. Вот такие у нас уже гортензии красавицы. Ну и там сзади ландыши. Еще вот здесь покажу такой небольшой свой миксбордер. И вот этот шикарный можжевельник. Друзья, он просто огромен. Он такой красивый. У него желтые такие кончики хвои. Особенно вот он декоративен, когда начинает свою вегетацию, да, весной. Ну, вообще просто шикарен. Дерин с желтыми листочками. Туечка смарагд. Это сосна горная. Тоже красиво с ними рядышком соседствует. Но это два куста огромных. Это роза Высоцкого. Белая и роза Высоцкого красная. Но она не красная, а фуксиевая такая. Очень красивые, мощные такие, шикарные. Вот, кстати, эту туечку смарагд я показывала, как мы ее весной реанимируем. Ее очень сильно завалило снегом и очень сильно, ну, веточки обломались. Такая вот она была очень печальная у нас. Посмотрите сейчас, какая красотка. Мы ее обрезали, почистили, подвязали, подкормили. Обязательно будем отсюда пересаживать ее, потому что, ну, ей здесь очень тесно. Ее вот душит и вот этот можжевельник, ее душит дерн. Он сейчас маленький, но он летом разрастается огромным кустом. Мне приходится постоянно его вырезать и даже вырубать у основания, потому что очень сильно огромный куст. У меня был такой комментарий, когда я показывала реанимацию этой туи. Мне сказали, что это не туя, смарагд, это какой-то уродец. Так вот, девочки, милые, ну почему сразу уродец? Просто это бедная несчастная туечка. Ей здесь очень тесно, ей здесь темно. Она чувствует себя угнетенно. Поэтому вот так она выглядит. На самом деле это самое, что ни на есть туя смарагд. Тем не менее, смотрите, она пускает молодые хвоиночки, да, веточки молодые у нее отрастают. Все равно пытается жить. Обязательно пересадим, но не сейчас. Хотели весной, потом подумали, что у нас очень резко наступает жара. Просто переживали, что она не приживется на новом месте. Поэтому решили здесь ее поддержать до осени. Максимально будем ей помогать поливами, подкормками, уходом. Вот. А уже осенью обкопаем с большим кумом земли, ее отсюда уберем. Вот такая красотка. Вот такой шикарный можжевельник. Просто шикарный. Смотрите, какой огромный. А вот здесь все заполонил плющ. Просто он идет у нас по земле. Сам по себе ползет, расползается. В прошлом году я его так сильно обрезала, так сильно его удаляла, очень много. И тем не менее, видите, сколько молодой поросли. Но все равно красиво. Вот такая вот, зато не пустующая площадка получается. И вот здесь можжевельничек. А здесь дерин белый. Элегантиссимо. Очень он мне нравится. Так что, друзья, помчали мы в питомничек. Обязательно сниму растения, сниму цены. Какие у нас цены на растения в Краснодарском крае, в наших питомниках. Питомник этот находится в нескольких километрах от Краснодара. Буквально под Краснодаром, можно сказать. Отличный, хороший питомник. Так что обязательно сниму видео. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.